Зинаида Никифоровна родилась еще до войны, в 1933 году в Алтайском крае. В 18 лет попала в чету, так здесь и осталась. Работала в детском саду нянечкой, потом вышла замуж за шахтера, появились дети. В 1974 году въехали вот эту квартиру на Удаканской. Рудник Кадала, четырехквартирный деревянный неблагоустроенный дом. По возрасту он ровесник Зинаиды Никифоровны. Потолок вот сыпется кругом. Там тоже в спальне, если я утром встану, вся в этих, в звездке, постель, сыпется потолок. Зимой как? Зимой холодно, уголь дорогой, машина 2 тонны, 25 тысяч, даже больше. В этом году вообще дорогой. На зиму хватает? На зиму не хватает, 2 машины покупаем. В августе Зинаида Никифоровна сломала ногу. Перелом был сложный, до сих пор до конца не восстановилась. Поэтому по хозяйству помогает внук. А забот немало. Вода привозная, отапливаются углем, не дает покоя и земля. Как ее не засаживать, если она есть? Дом был признан аварийным в 2014 году, а к концу этого года Зинаиду Никифоровну ждет переезд. В ноябре 2 дома на 160 и 170 квартир в Чите для жителей аварийного и ветхого жилья будут сданы в эксплуатацию. Первоначальный план, который нам был определялся Минстроем Российской Федерации, составлял 7 тысяч квадратных метров. По итогам взаимодействия с фондом реформирования ЖКХ мы определились, что сможем выполнить как минимум в 2 раза больше. План, установленный на этот год, у нас 12 тысяч квадратных метров. Мы планируем выполнить не менее 15 тысяч квадратных метров по расселению из ветхого аварийного жилья. Нам удалось передвинуть порядка 1 миллиард рублей с 2023-2024 года, чтобы как можно больше людей расселить именно в этом году. Общая площадь нового жилья для этих целей в микрорайоне «Молодежный» составит 13 тысяч квадратных метров. Кроме Зинаиды Никифоровны, новые квартиры получат еще 345 семей. По проекту там предусмотрена отделка, линолеум, обои, межкомнатные двери, сантехника и электроплита. Площадь нового жилья будет не меньше, чем в аварийном доме. Министерством Российской Федерации строительство прорабатывается механизм, новый механизм, уникальный, я бы сказал бы так, который позволит все недостающие квадратные метры, на которых нет финансирования, сместить в дефицитный этап. Это 2024-2025 год. И мы, поскольку эта ситуация была уникальна вообще для Забайкальского края, то на сегодняшний день в этой ситуации оказались многие регионы Российской Федерации. И мы понимаем, что финансовые средства, ближе к тому, как у нас закончатся деньги по тем лимитам, которые у нас есть, мы получим финансирование на расселение от недостающих квадратных метров. Кроме Читы, строительство для переселения граждан ведется в Шилке и Чернышевске. В Чернышевске возводят 2 дома и 1 в Шилке. Там совместили несколько социальных программ. В новостройки переедут не только люди из ветхого и аварийного жилья, но и дети-сироты, а также пострадавшие от паводков 2021 года. Вера Садулина, Евгений Нафигов, РТК Забайкалье.